А я тебе говорю, упали грабли. Ветер свалил, да и всего делов. А если засада? У нас есть четкая инструкция. Грабли должны стоять зубьями вверх у того пугала. Шо? Как атака засада, балдаты малолетние? Да Петро упредил бы, як бы нам чура до него подалась. У меня есть четкий приказ командира. Рядовой Третьякевич, слухай, что тебе помощник командира гутарит. Ты в боевой разведке ни хрена не сечешь. Это тебе не на скрипке пиликать. Люди устали, раненых нужно заштопать. Жрать охота. Вертаемся в отряд, а докладаем. Шупыт свободен. Я твоим предательским приказам подчиняться не буду. Щенок, а? Я тебя за самого просто под трибунал. Все равно не буду. Понял? Ша, говорю, бинокль дай. На, зырь, орленок. На месте твои грабли. Я ж говорил, не догляд вышел. Ну, распрягай ты, хлопцы, кони, та лягай ты, спочивай. Айда, Витек, айда. Давай, давай, мужики, шевелись. Давай, встал. Держись. Давай, давай, старайся. Передохнем. Держись, браток, держись. Есть, немного остался. Двоих на караул, остальные в хату. Нечего глаза мотать. Есть, следов не было. Малюта, бурый! Иди сюда. Его. Что там за стрельба была? Я ночью слышал. На болоте. На карателей попали. Человек 30 их было. 8 наших убито. Да, беда, беда. Совсем летует. Слушай, Петро, я раненых у тебя оставлю? Ну да, конечно. Mm-hmm. Я их потом привезу, да. Батько. Чего ты меня дергаешь? Ты чего сюда пришла? Чего дальше? Иди его, в похреб иди, молока принеси. Иди, иди, иди отсюда. Не толкайся здесь. Слышь? Хлопай совсем. Петро. Да. А где Галя твоя? Смотри. Кто? Ну, Галя, жинка твоя. А, Галя. Так она до тещи поедет. Ага. Та старая стала совсем, хворает. Кишки режет, чешок. Та ветра бегать тяжело. Можно? Да балакай, разумеешь. Петро. А, ну да, давай, давай. Дело святое. А, ты посмотри на нее. Я куда тебя послал? Ну, братцы, дай бог не последнее. Донецкого округа полковник Ренатус. Сдавайтесь! Я что бы сказал, уходил в полный. Ты зачем вернулась? Ося лужа! Сохрани вам жизнь, если вы помните мой тебя в разведку послал. Ты меня куда вывел? Васько! Васько! Забирай парня, уходи через подпол. У меня там лаз в огород. Там палка и в лес. Уходи в подпол.
хватит! Зачем? Да, придурки! Да, уходи! Они обещали, что никого не тронут! Я же тебе сказал! Ты, гнида фашистская! Васько, я не мог по-другому, не мог! У них галка моя с ребенком! Но это не я воздал, не я! Это кто-то с Краснодонского подполья! Тот, кто знал, что его звезду! Я не сдавал вас! Уходи! Уходи! Боречка! Лезь, сказал! Нет. Моя вина мне отвечать. Я с тобой. Пойдешь в Краснодон, найдешь Ивана Бородина. Я с тобой. Скажешь, пусть ищет предателя. Понял? Понял, я говорю. На, держи на память. Не поминай лихом. Господин полковник! Мы сдаемся! Все сдаемся! Васько, уходи. Не верите, сказал. Никому не верю. Они обещали никому. Сейчас. Васько, не верим. Не верю. Они обещали никого не трогать. Люк, господин полковник. Проверьте. Здесь черный ход, господин полковник. Прикажете догнать, господин полковник? Что может сделать один русский мальчик против Германии? Не стоит тратить время. У нас еще много дел в городе. Шел второй год Великой Отечественной войны. Войска Юго-Западного фронта отступили вглубь страны. 20 июля части вермахта вошли в шахтерский город Краснодон. Начались черные дни оккупации. Воды попить. Домой иду к бате. Ну ты даешь. Вся деревня полицаями кишит. Партизаны ищут. А ты тут плещешься, как кит. Ты что, обиделся? Извини, пожалуйста, я пошутила. Дура! Ох. Слушай, ты партизан? Ты из Паньковских? А давай я в дом сбегаю, еды соберу. Сколько вас тут? Совсем того. Ничего не надо мне. Послушай, я тебе не в этом. Я сама в партизаны хотела идти. Мать не пустила. И правильно сделала. Все, ухожу. Ну и дурак. Партизан называется. Оружие есть, а чужих от своих не отличаешь. Все, уходи. Что встал, уходи. Thank you.
Ты Краснодон, дорогу покажешь? По тайной тропинке проведу. Ни одна душа не увидит. Пошли. Вот оно. Ага. Полицай. Сегодня называть меня жидобой. Там пошукай. Так. О, вы в дом. Здорово! Отойди! Нет, отойди! Папа! Тихо. Иди сюда. Ой, ну, не бей. Варвар, это ж Плюшар. Шалом, Михаил Абрамович. Типчук. Типчук? Коля. Коля. Ой, а помнишь, как по твоему доносу меня из комсомола выгоняли? Мне потом вся деревня в спину плевала. Хотел я тебе тогда ноги поломать, не вышло. Ой, не виновата. Ну и сейчас свидетельство, сука. Коля, ты был хороший мальчик. Заткнись. Заткнись, мать. Швайн. Заткнись. Хенвей. Ты что плетешь? Она ничего не говорила, умоляю вас. Я сказала, что ты сосал дерьмо вместо молока своей матери. Ну, костюм обдари. Историк Липкин, жид, приговаривается к смертной казни через повешение. Я сама убью. Ты что делаешь? Что же это такое? Помоги, Джейм, пожалуйста. Пожалуйста, помоги. Тихо. Да уйди, брат. Остановитесь ради самих себя. Ради самих себя. Так его. Стоять! Отпусти его! Ты на кого руку поднял? Боже, боже. На рассвете сворачивайте в лес. По главной дороге вам хода нет. Если все будет хорошо, вы завтра вечером будете в Ворошиловграде. Ну, вот. Вам прямо. А мне на Краснодон. Спасибо тебе, сынок. Сынок, ты переоденься, а то на партизана. Спасибо. Спасибо. Мы у тебя в долгу. Но! Соня, не рви себе сердце, сходи до мальчика и простись. На, возьми это тебе, на память. А как же ты? А я тебя и так не забуду. Никак-то. Да я не об этом. Ты как время узнавать будешь? Да они остановились, когда война началась. Я по радио услышала, что немцы напали, и грохнула их. Случайно. А, значит, пойдут. Когда война закончится. А после войны мы встретимся? Только ты найди меня обязательно. Я Соня. Соня Михайловна Липкина. Витя Третьякевич. Я тебя обязательно найду. Честная комсомольская. Виктор. Виктор! Виктор, это победитель. Я буду ждать тебя после победы.
Als ich das letzte Mal so Dinge in meinen Händen gehalten habe. Ja, und? Das Chef Zorro. Справа барон Швейда, начальник дирекциона. Отвечает за восстановление шахт и техническое обеспечение всех важных объектов в городе. На шахте мы его редко видим. Он брезгливый, работяги шипром не пахнут. С Гидеманом ты уже знакома. С виду ничего особенного, но начинка у него самая, что ни есть фашистская. Ни одной юбки не пропускает, тварь похотливая. Задумал тут все под немцев перекроить. Все вывески велел переделать на немецкий. Да, еще сволочь. Что повыше, Отто Шон. Фашист по призванию. Главный жандарм города. Если попадешься ему в лапы, уже не выберешься. Кто с ним рядом, точно не знаю. Я видел его один раз на шахте. Перед отступлением мы помогали партизанам взорвать шахты. Так вот, этот тип приезжал тогда с кучей гестаповцев. С проверкой. Полковник СС Ренатус. Центр предупреждал меня о нем. Очень опасный человек. И вы людей предупредите. Он очень ловко вербует агентов. Шахтеры надежные ребята, не подведем. Верю. Но о нашей группе не должен знать никто, кроме вас. Никто не узнает. Связь с подпольем будете держать через меня. А это что за птенчик? Гауптштурмфюрер Вильгельм Рейнхард. Люба, пора. Товарищ Борода. Там в гримерной есть окно, оно выходит на задний двор. Сможете уйти незамеченным. От Мааса до Мемеля. От Эча до Бельта. Германия превыше всего. Немецкие женщины. Немецкая верность. Немецкое вино. И немецкие песни. Да сохранят они по всему миру. Свое старое доброе имя.
Verschwinde aus dem Weg! Geh weg! Geh weg! Подпольщиков казнить. Ваньку бороду нонче немцы взяли. Неужто правда свет, батюшка? Так ему и надо, нечего советом затлезать. Тьфу на тебя, рыжая. Пошли, пошли. Всем живее! Журавушка молодой на веревке смотрит гай. Комсомольский секретарь. Ай! Папа! Кому не стали обнаружить? Ваня! Его немцы старшим назначили. Так он Лёшку убил, сам мучил. Как только земля таких носит. Мерзость! Кто сказал? Кто сказал? Выгружаем! Всех говорливых повешу рядом! Гони этот кардебалет на... Привет, Витёк. Тюлень. Оссен! Русские! Бензи! Идойче Орнунг! Если вы будете строго соблюдать немецкий закон... Если бы я был в подполье, я бы предателя сразу вычислил. Это как же? Дедуктивным методом, как Шерлок Холмс. So, einfach ist das! Ein erwürdiges Leben Ihnen gewährleistet. Wenn Sie meutern werden... Вчера договорились, что утром встретимся. Приехала, его уже выволакивают. Пап! Следующий! Всех арестовали. Где-то была ошибка, или на шахтах есть предатель. Партизанен-группен helfen. Вот интересно. Кто-нибудь мог видеть его вчера в кабаре? Не знаю. Но вообще поручиться за то, что мне раскрыто, я не могу. А из города уезжать нельзя. Это будет выглядеть странно. Будем ждать вам. Мы не можем никому доверять. У нас есть приказ открываться только связному. Эти люди учинили заговор против Рейха. Und deswegen werden sie öffentlich erhängt. И поэтому... Они будут публично повешены! Борода нас не выдал, я в этом уверена. А кроме него в нашей группе никто не знает. Слушайте его, братцы! Семерых повесят, 7000 набежит! Всех не перевешаешь! Эх! Хорошо! Вильгельм этот – большая шишка. Через него все документы идут, я узнала. Не простая рыбка, а золотая. Алена Хаузен! Виктор, здесь!
Подполья больше нет, а у меня отряд. Пошли! Мы там винтовки собираем и патроны, чтоб немцев в тыл ударить. Пошли! Мама! Мама! Немцы сюда не суются. Воняет. А собаки здесь след теряют. Стой! Все, опусти уже, убит. Вот гальмо. Что ты как девочка-то? Да, Серег, это прошлый век. Сейчас на винтовку кучиться надо. В голове у тебя прошлый век, кисть расслабь. Ну, расслабь кисть. Да я расслабил. Ну, кидай. Дем, дай пострелять. Она же заряжена. Еще чего, и так патронов мало. Вот гальмо. Молодец, тюлень. И ты с этими птенцами на фрицев собрался? Детский сад. Штаны на лямках. Эй, ты, умник! Может, докажешь, что не только языком трепать можешь? Играйте без меня. На Махачу выходи. Давай, тюлень. Ну. Дай пройду. Не дам я тебе пройти. Пришел, все обгадил. За такое по закону отвечать надо. Давай. Маш ему, давай, давай. Вали его. О, убей, убей, гаси. Давай, давай. Бей, давай. Маш его. На лопатке. Маш его, давай. Бей, бей, давай. Кто там детский сад, штаны на лямках, а? Тюлень, тюлень, давай. Давай, ну. Тюлень, ты чё? Нога. Вот что на фронте надо уметь. Что ж ты не на фронте-то, а? У мамки под крылом лучше. Завтра пойду. С катертью дорога. Давайте я. Дядя Фань! Людка, ну где ты, Люд? Иду. А что я не убиваю? Витя! Литикевич! Господи! Вот, Вить, мама тебе ключи оставила от дома. Твоих родителей срочно на военный завод перекинули. Объект секретный. Так что... Мама просила передать, что она оставила тебе письмо на столе. Ну, там увидишь, прочитаешь. Вы мне ответьте на вопрос. Ты что, с ума сошел? Прекрати сейчас же. Я даже не говори об этом. Остался кто-то в живых из подполья. Нет больше подполья. Нет больше. Ты понимаешь этого? Нет никого. А вы хорошо устроились.
Не суйся в это дело, Витя. Портки стирайте немцам. Здорово. Да, стираю. А что ты мне прикажешь делать? Los, ihr faule Bande, Arbeit für euch. Kommt her. Kommt her. Schneller, schnell. Mann. Na, weg. Los, fasst ihr mit an. Витенька, сынок, мы с папой так тебя и не дождались. Вы сами видите, как мне тяжело. У меня такой маленький размер. Это целая проблема. Размер ноги, разумеется. Берусь вам доставить самые красивые туфельки прямо из Берлина. О, фройлейн, позвольте вам представить капитана Вильгельма Рейнхарта. Для меня большая честь познакомиться с вами. Взаимно. Присаживайтесь, Вильгельм. Спасибо. Шампанского. Три бутылки. Вильгельма только что назначили большим начальником и повысили в чине. Увы, теперь он не подконтролен даже мне. Должности и чины, увольте меня от таких разговоров. Я ничего в них не понимаю. Кроме того, это адски скучно. Давайте выпьем. За вашу красоту, фройляйн Любушка. Нет. За ваше назначение. Большое спасибо. Тогда за нас двоих.
У Вильгельма большое будущее. Да, согласен. Способный молодой человек. А ну, брось дороги! Да брось дороги! А ну, быстро пошла! Пошли! Евреев идут. Со всех хуторов сгоняют. Третий день уже. Колхозом коровники и место определили. У всех гуртом там держать будут. Назад! А ну пошли назад! Же там захотел? Так сейчас с ними быстро пойдешь. Не хочешь? Так стой, не ёрз. Стоять здесь! Все непонятно-то. Пошли, пошли! Поторапливай! А вы шорты поросяли? Съедем. Соня! Соня! Не смотри на меня! Как вы здесь оказались? Нас взяли у Ворошиловограда, ведут в гетто под Донецком. Папа кашляет, простудился. Вещи у нас отобрали, еду тоже. Тихо-тихо, бабушка. Иди домой. Я к сонной ему. Живей, живей. Ты, главное, не бойся. Поворачивай. Я что-нибудь приду. А ты что? Тоже же едам захотел? Мы тебя быстро туда определим. Поторапливаемся. Поторапливаемся. Мы можем с вами договориться. Если вы отпустите ее семью, я вам хорошо заплачу. Ночью приходи, жертвы притащишь, тогда поговорим. Идем, идем, идем. Иди отсюда. Соня, я вытащу тебя. Шевелись. Так, меняю вещи на гроши. Так. Что такое? Да ветру пойду. Вот. 3 килограмма сала, колбаса, хлеб. На месяц еды хватит. Не, этого мало. Это только на одного жида. Как мало? Мы же договаривались. Ты не зарывайся, а то сейчас возьму и сведу тебя к дядьке лысому. Вместе с салом твоим. Значит, это так. Завтра принесешь столько же. Получишь всех остальных. А сегодня только девчонку. Ну, лады. Давай, вставай, курочка. Давай, давай. Тихо, тихо, иди давай. Витя. Давай. Витя. Ну, давайте, чухайте, чухайте, что встали? Сонечка. Соня. Бабуль, звездочка моя, дитятка, что?
детятка, солнышко. Что ты со мной как в последний раз прощаешься? Храни тебя, Господь наших отцов. Витя вас заберет. Сердечко мое. Ну что ты, иди спать, за меня не волнуйся. Собирай своего мальчика и уходи. Свидимся завтра. Завтра. Ну, давайте, давайте. Завтра. Чухайте отсюда. Что стало, старая? Ступай на место. Ведь родители твои, наверное, расстроятся. Вернутся из эвакуации, а вещей нема. Да, они только обрадуются, что добро их пользу кому-то принесло. Может, ты себе ее оставишь? Музыканту нельзя без инструмента. Это как солдат без штыка. Мы ее на мясо обменяем. Она все равно детская. Закончится война, я себе новую куплю. Витя, я так мечтала встретиться с тобой. Ты моя судьба. Мы вот всегда будем вместе, до смерти неразлучны. Я так чувствую. Вот, господа, тихо. Милости прошу, так сказать, проходите. Эй! Постояльцев пускай! Сейчас, сейчас, один момент. Клаус, не вздумай пить оттуда. Это не питьевая вода. Соседи казали, что ты вернулся. Давай, неохота твоя. Я же говорил, русские живут в грязи. Как свиньи. Здорово, Витек. Один живешь? Нет, завтра родственники приезжают, полная хата будет. Домов пустых много, выберите другой. Да здесь приказано поселить господина офицера. Степ, я прошу. И мне не Степкой. В сарае поживете, не ханибаре, уяснил? Давай, пешок, пожрать собери. Welcome in house, господа. Das ist это, good house там, как ваше. Давайте, заходите, good house. О, располагайтесь. О, Клаус, я слышал, русские живут в грязи, и я был прав. Они живут как свиньи. Ну, это... Так, а ты что встал? А ну давай, 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 тыкай отсюда. Степ. Нехай Степка есть, Степан, давай, 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 тыкай отсюда. Господа у нас желают отдыхать. Милости просим к нашему шалашу. Век. Да? А? Это говорю. А, was ich jetzt möchte, ist ein Ding, weißt? Хочется выспаться по-человечески. Чёртова война, чтобы ей провалиться. Ваня. Ein Moment. Ein Moment. Марта уже месяц не шлет писем. Наверное, нашла себе кого-нибудь в Дрездене. Эй, Ваня, приведи мне девчонку. Чего? Давай бегом, бегом. О, Господи, да сейчас организую. Сейчас такое. Я сказал быстрее. Бегом. Я вообще поцеловать тебя, может, Ишь хочу. Ты. Стой! Стой! Варьё! Варьё погане! Пашка, стой!
А у нее 5 братьев, ша. Какой был договор, скажите? Принести добычу, никого не спалить. А ты что сделал? Ты всех спалил и добычу не принес. Да ты предатель. Да из-за таких, как ты, мы, может, войну всю проиграем. Весь Советский Союз. Что с ним упытать делать? Упытать. Упытать нам тебя теперь. Или ты воруешь? Валим. Руки, хлопцы, стоять! Текаем! Что ж ты не на фронте-то, а? Дело появилось. Помощь нужна. Мы ж детский сад штаны на лямку. Серега, помогать или нет, тебе решать. Паршиво на душе, Клаус. Как же хочется домой. А в этой стране только грязь и мухи. Проклятое дерьмо. Я возвращаюсь домой. У меня нет больше сил.